Бийские медики, которые работают с пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции, стали получать выплаты по-новому. Октябрьское постановление не только сменило название выплат, кардинально изменились и правила начислений. Вместо стимулирующих выплат медработники теперь получают специальные социальные выплаты. Деньги на поощрение за работу с пациентами с диагнозом COVID-19 теперь минуют всю систему здравоохранения. Надбавку к зарплате медики получают из фонда социального страхования. Сами сотрудники признаются, начисление выплат стало честнее. Раньше, если медработник имел контакт с ковидным пациентом в начале месяца, то даже за один вызов он получал 25 тысяч рублей. А те, кто контактировали в конце месяца, получали от 500 рублей до 9 тысяч рублей. Бывало и такое, что сотрудники скорой, единожды встретившись с пациентом в начале месяца, затем уходили на больничный, все же получая максимальную выплату. Сейчас же такого не будет. Выплаты начисляются за сутки, то есть за то количество часов, которые он отработал за смену. Количество часов суммируется за месяц, делится на количество нормативных так называемых смен, и с этого вычисления, с этих начислений делаются уже выплаты. То есть, если человек работал с ними, то он и получит больше. Если человек не работал с ними, то он получит меньше. Как нам удалось выяснить, пока возмущений по поводу нового порядка начислений не было. Сотрудники скорой медицинской помощи уже получили зарплату по новой схеме. У некоторых она даже стала больше. К примеру, раньше максимальная надбавка у фельдшера составляла 34 тысячи рублей. А в декабре некоторые получили по 40 тысяч рублей плюсом к основному заработку.